И снова здравствуйте, друзья! В эфире Carb Design. Отправляемся сейчас на Аквасити, 19 сектор. Вот такая у нас загрузочка. Все, едем на совместку с членами нашей команды. Леха Чернов и Антон Гребцов. Едем на совместку. Взяли 19 сектор, так как там хоть какая-то тень. Хотя там мелкая, заилена, но для лагеря самое оно. А цель нашей сегодняшней поездочки — это просто совместное местопровождение на рыбалке. Так что поехали. Друзья мои, на воде, тишь да гладь, пока утречко, конечно, погодка классная, пока нет жары. Так, ну что, пацанов еще нет, как я и предполагал. Немножко нам тут оставили бардачок в секторе. Все, убираем, разлаживаемся. Вперед! А кому интересно, в этом секторе мы были на соревнованиях, можете посмотреть в нашей ленте. Ну что, друзья, разложились, раскинулись, показываем вам лагерь. Три шатра на троих. Антон, здорово. У Антона, смотрите, какой высоченный. Именно тут прям, фу, в полный рост. Так, сейчас покажу вам каждого хатку. Все чики-брики, тенечек, все как надо. Тут у нас кухня, это мой газебо, монтажечка. Так, палки отклипсовались уже. Леха, здорово. И Лехин газебо камо, который новый. У Лехи тут тоже, как всегда, фэншуйчик.
Так, тут у нас уже варится канапелька. Ага, орех никто не поставил. Бойлы. Сегодня ловим на SMC Baits. Игорь Каплинский. Варево, пыль. Конопля, орех у нас в арсенале. И криль от Пандоры, пельчик. Вот здесь холодильники, корма. Все, вот такие дела. Пробную палку одну уже закинули. Сейчас клипсуемся. Еще пару палок отклипсовать осталось. И в бой. Итак, первая поклевочка у нас. Уехала палочка, которая только закинули, да, я не знаю, сколько там. 4 минуты простояла. Минут 5. 5, да. Нет. Но близко. А кидай. Работала варево. Просто чисто варево, в стике варево. Просто ломаный бойл. Без закорма, без ничего. Да, это у нас получается, мы еще не перезакидывались, только вот первые кинули палки. О, хороший. Не совсем и тузик. Карапузик. А лишь наваривая приятно ловить. Вот такой первенец на нашей совместочке. Да не, что тут фоткать? Будем фоткаться за десятками. Да. Сейчас рыбку запишем, будем вести отчет. Ушел. Что-то не похоже. Тогда вот. Укрупняемся потихоньку.
8150 килограмм сумка. 7. Ровно семерочка. Так, я еще рыбу не брал. В одной руке телефон. Другой подсак. Это бывает первый раз. Это хорошая рыба. На, Лех, возьми телефон. Амур? Бери, бери. Сейчас, подожди, подожди, Димчик, я его подниму. Я так не берусь под низу, я жду пока. Амурчик. Пардон. О! Мат смочить кабанчик. Надо. Кабанчик. Сейчас смочу. Держи, Димчик. Старомурячая поклевка, да, сидели, выжидали, когда он еще раз клюнет. Тох. Торпеда. Просек насквозь. Глянь, крючок в этом уже, он насквозь. Короче, восьмерка. Так, что-то вроде бы хорошее, да? Сейчас посмотрим. Все хорошо, только жара убийственная просто. Так, шок уже виднеется. Ох, давай его сюда. За меня зайди. Не, наглый тузик. Да, наглый. Спортсмен. Спортик. Thank you.
вот и подошло время ужина. Ужин у нас, конечно же, на рыбалочке изысканный. Как всегда, ни одна рыбалка у нас не обходится без мангала. Сегодня будет гриль, сеточка, а завтра будет шашлычок. Время ужина. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Вот такая у нас красота на природке, на рыбалочке, огонь. Все, рекламная пауза. Вот такой красавчик с дальней точки Чикаго Буллс. Чикаго Буллс. Хороший рыб. Два часа ночи, а у нас дуплет. Вот такие вот красавчики. Вареночка работает. Все наварило. Большой уже убежал. Доброе утро, друзья. У нас утро. Ночь прошла спокойно. Половили мы до 2 часов ночи где-то. За вчера нам удалось взять 14 рыб. Трофейных, как для этого водоема, не было, но семерки, восьмерка одна попалась, были. Так что, в принципе, нормально для 19 сектора. 19 сектор — это у нас здесь, скажем так, ранний сектор, заиленный и мелкий, самый мелкий. Вода, кипяток, 28 градусов почти. Но вообще все идет шикарно. Ребята еще спят, я вот проснулся. Сейчас буду ставить корма, варить. В общем, ловим так на расслабоне. Релаксуем, так сказать, совместочка. Напрягает одно — это сильная жара, прям вообще спека. Кто с Украины, тот знает, что у нас сейчас какие-то там, я не знаю, там с Африки приходит какая-то жара, что долго стоит, и ну реально за всю историю Украины у нас такой спеки еще не было. Но ничего, прорвемся. Смотрим дальше.
Зеркалочка пожаловала. Такая потужная рыбка. Думал, что там будет поболее. Зеркалки бойкие. Спереди. Да давай взвесим. Спереди надо было застегнуть. Замок уже никакой, да? Сумка старая. Да его надо просто этим. Парафином? Парафином. Парафин. 7 с сумкой. Шестерка. Пузатик такой, я думал, поболее. В общем, жара настала, все устали, никто не хочет ловить рыбу. Только Леха. Только Леха вот бежит сразу к отпуску. Это шутка. Братва, это шутка. Сидим, короче, и твоя очередь на поклевку. Никто не идет, короче. Они меня заставили. Заставили. Немножко насилия. Арбузеры. Аспека действительно, это аномалия, конечно. Я не знаю, сколько сейчас часов. 10 утра. Меньше. Ну, 10:30. Ну, уже жара. Это ты? Да. Ну, палочки едут. Корм рабочий. Прикормили, распланировали. Все четенько, все работает. Все класс. Вот такие тузлопаны на 2 двадцатки варево. Ну как бы не совсем тузик. Но хотелось бы уже брать десяточек. Просто карапузик. Да не, ну это не туз. Это валет. Король. Снимаешь. Не делай, как мы обычно делаем. Давай этот. Плоскогубцы свои, потому что я не вытащу крючок. На, Антон. Сейчас Тоха может достанет. Ты шайтан! Ты как это сделал? Держи. Я с подсака выпускаю его. Тяжелый, потужный, да. Потужный. Потужный короб. Да, потужная рыбалка. Все, класс.
родители Дмитрия и Алексея, жены этих мужчин, знаете, я их уговаривал, чтобы они покушали. Отказываются. Приходится это делать за место них. Это супер обед, от которого они, к сожалению, решили отказаться. Мы вечером на это самое наберем, догоним и перегоним. Движ малина. Володька сегодня нам глаженный. Что тут у нас есть? Что там? Селедочка. Вот такая красивая. Сальтуху дал. Да, дал, ушел. Все. Меньше, братва, как вы видите, ловим на две палки. Потому что жара потужная. Рыбалка потужная, рыба потужная. Водоем потужный. Да, чтоб немного отдыхать, две палочки решили поставить. Все вкусно, да, и вечеринка вкусная. Потужная. Потужная. Все потужно. Палки едут, все нормально. Кормить не надо. Все на стиках. Как бы это наша новая технология. Он ли, да. Хардкор. Да, ведра пустые. Поклуха, успокойся. Все бы так ездили, да? Дуплет.
Вот такое доброе утро у нас, друзья. Два тузика красавчика. Смотрите, сазаняры. Длинные, чистенькие сазанчики. Один и второй. Оба двое. Вот амурчик пожаловал. А, тихо, тихо, тихо. Рыбка клюет. Клюет, только в 19 секторе нет крупняка. Самое крупное, что нам попалось, это 8,5 килограмм. Были восьмерки, семерки, но, как видите, в основном преобладают туземцы 4-6 килограмм. Рыбку, то есть, поставили на точку, но отсечь не получается. И два бойла, и длинный волос все равно. Опа! Ну что, братва, вот и подошла наша сессия к концу. Можно подвести итоги. Мы, в принципе, всем довольны. Все отлично, классно половили. Единственный минус — это спека. Просто жара. Ну, жесть, просто жесть. Антон вчера вообще свернулся, короче, и уехал вечером. Получается, передавали, что это аномальная жара будет, там 40 градусов, там 41 в тени. В общем, мы ее застали. Но так как это все-таки карпфишинг, неизвестно, что может тебя застать на соревнованиях. То есть мы, в общем, в плане выносливости ничего не стали менять и решили все-таки съездить. Клев активный, рыбку поставили, дубасило постоянно, в жару ловили вообще на две палки, чтобы не переутруждаться. Вот такие дела. Что можно еще отметить? Пытались укрупниться, ставили по два бойла, длинный волос с двумя бойлами, но ничего не получалось у нас. Мы брали только максимум семерки, восьмерки. 1,8,5 это у нас наш биг получается этой сессии. Но рыбы словили, в принципе, много. Там около 40 штук, я уже в конце не записывал. Не считал. 35-40 штук, где-то так. Просто не все записывалось. Вот такая сессия, друзья. Приезжайте на Аквасити. Рыбка проклевывает. Только кто впервые едет, узнавайте условия, узнавайте правила водоема. Не нарушайте, чтобы не нажить себе проблем. Все. А мы ловим дальше. Смотрите нас, подписывайтесь. Задавайте вопросы, комментируйте. Всем отвечаем без исключения. Все, с Богом. Дальше ловим.